Давай так, попробую. А, если оно тормоза идут. Да, дикие при том еще. А, да, блин. Что такое-то, блин? Он я играл с ними же, он в той же Москве доживет. Как и ты, он это считай, Питер. Ага. Все нормально играли мы это, никаких это. Это на Хамачи сам виноват. Гонит. А если мы без Хамачи попробуем? Вот этот же. Давай попробуем. Выключим его, выключай его. Да, давай, сейчас. Просто выключай его на кнопку на эту. Все, ага. Я вырубил его. Все, я выключил. Сейчас я это. Не в сети, вот так вот. Ага. Ставим, короче, пинг. Я поставлю туда сейчас. Угу. Давайте 200 ваш канал. 200 будет. А ты там ничего не ставь, не надо, ничего не изменяй. Пускай будет. Я создал. Ага. Это у тебя. Фиг! Не хочет, да? Да, не хочет. Блин. Ну, на Хамачев вырубаем теперь. Включаем его. Да. Да, не хочет без него, гадина. Угу. Есть еще другие там программы, мне писали. Вот, может, другие какие-нибудь попробуем. Другие. Сейчас я создам. Создал. Ага, сейчас. Так. Ну чё? Ни хрена, сейчас подожди. Ты Хамач-то включился? Да, включено. Так, ладно, давай вот так вот. Но. На эмулятор перезапускаю. Я перезапущу эмулятор. Угу. Давай, я жду. Все создал. Создал, да? О. И пинг один хрен по 400. О, сейчас нормально, да? Да. О. Во. Тихо, тихо. А что там сделал? Пальцы скрести. Все, пальцы скрести главное. Да, давай. Нахрен компьютеров, да, этих? Да, убирай. Просто на двоих. Я не знаю, что сделал, я просто Хамачи вырубал, включил его. Ага. И включили, и все. Перезагрузил его. Тык-тык-тык-тык. Так, подожди. Сейчас тебе еще настройки поставлю. Ты это мог настроить. Все, настраивай. Эк. А вот это что такое? Вот это первое. А это херня полная. Не знаю. А это что? Это шаг, степ. То есть, чтоб раз нажал, раз повернуло. Блин, я. Раз нажал, еще поворачивай. Раз нажал, поворачивай третий. И четвертый это максимальный раз поворачивать будет. А, шаг, а вот это. Вот. Не, это херня, не надо. Я пробовал раньше, тестировал это говно. Давно, да, блин. Ну, давай я, короче, попробую на то. Ну, это, короче, как хочешь. О, чё? Тормоза пошли. Да? Угу. Ну вот. Чё за херня?
Пошутила? Да. Это коробка перепередач, да, я ее автоматически. Как хочешь, короче, сам. Пускай авто. А, это что такое там? Клинок какой-то, не будет, да? Движок, но... А, не буду тут разморачиваться, там вообще жопа. Тут чего? Тоже не буду. А, нахер, не хочу. Рассуждает интересно. Ты профессионал. Так, все? Да. Жми. Ай-яй-яй-яй. Не, не жмется? Нет. Я что-то это вообще ничего не работает. Блин. Сейчас подожди. А, во-во-во. Так, пошел. На эмуляторе не нажал сам. А-а-а. Да, а, где газ? Да, блин, ну давай, а. Вот, совсем другое дело. Накаркаешь ты сейчас, другое дело. Ты опять там не пишешь, да? Не, я ничего не пишу-то. А то вдруг это, отвалится опять. Ой, короче. И все, капец. Все, походу ты отвалился. Да? Походу. Ну, я тебя слышу, но ты там гоняешь, а я все завис. Да блин, что такое на? Ну давай ты тогда создавай, я к тебе попробую. А, да, ты отвалился, короче. Ну. Что такое-то на? Пробуй ты тогда создавать, я попробую тебе подконец. Че, дай покататься немножко, блик. Я там играет, а я тут сидел, ждил. Да что там уже? Да блин, ну... Надо управление еще привыкнуть, блин. Что ты не поворачиваешь-то, а? Ой-ой-ой. Да. Да. Че такое? Поехали. Надо учиться, короче. Ты меня со мной сейчас сделаешь. Так, ладно, поехали. А какую-то ты там поставил? Давай, короче, я максималку сделаю 266. Посмотрим, что получится. Давай, и делай. Медиум. Ну, медиум поставлю. Я только тебя ничего не буду ставить. Ага, медиум я поставлю. Смысла нету. Давай. Ага. Создал. Делай, 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 делай. Хозяин, барин. Да, давай, создал уже. Я тебя жду. Я присоединяюсь. Все, я у тебя. Ага. Погнали. Жми. Ничего, опять зависло. Зависло, да. Не, это... Сейчас, подожди. 200 поставь, это много, 260, наверное. Да, о, это... У меня 266 стоит, но тоже. У тебя 266 стояло? Да, давай заново тогда, если он не хочет. Так, давай меньше. Короче, блин. 216 поставлю. Медиум. Не, лоу, лом. Я тоже. А, лоу хочешь поставить? Да. Ну давай, создавай. Угу. Создал. Все. Ну, оп. Че, завис? Нет. Давай. Жми сразу. Битва. Битва. Короче, не знаю, настройки там мягкие. Ага, мне наоборот неудобнее так ездить. А, подожди, это сюда, да? Да, да, да. Хочешь, не меняй, мне ставь, я для второй игрок. Жми. Да. Ой, ой, два. Ты плеер один. Я знаю. Первый игрок. Туда-сюда. Непривычно, да? Ага. Нажимай меня, я тоже буду настраивать.
Все. Вот у тебя сейчас нормально ТТТ идет. Вас получается ты поспуешь. Все? Да, подожди. Стой, подожди, ты мне там звонит сейчас, подожди минуту. Алло? Опять сегодня никак не получится поиграть. Чё там опять то? Да опять у меня дела. Так. Там... Ехать надо, по делам мне надо. Ай. Ну что такое-то? Ну вот так вот, блин. Телефон выключай нафиг, когда будешь в следующий раз играть садиться. Я в чемпионат хочу вот в эту игру тоже поиграть. Там знаешь как интересно. Да? Во-первых, погода меняется. Раз погода поменяется, болиды эти едут это в пит-стоп, сразу шины меняют на дождевые и выезжают потом. Знаешь, как прикольно, как в реальном времени. Все поменялись, такие выезжают, поехав. Дожди, погоду ты там быстро не поедешь, там скорость это не такая, как на сухих. Ну, знаешь, шины-то я тебе да, что да, объясняю. Да. На прямых там можно скорость сделать. Да, а тут все в зависимости от трассы. И интересно, вот интересно играть. Вообще. Не то, что вот эти вот, которые 3D, эти гонки-то идут. Хотя я тоже вот иногда играл в эти вот Формула 1 2012 через Steam. У тебя Steam'а нету? Ну, жалко. Steam тоже игры хорошие там есть. Ну это F12, 2012, знаешь, Формула 1. Тоже вот начинал у нее играть и потом что-то это. Из-за работы, мало ли, из других этих причин не получилось дальше продолжить играть. Конфет набери себе побольше, потому что на чемпионат-то все дело пригодится. И чайку побольше. Возьми тут, сколько они продают, стаканы-то большие, как, сколько литров-то они? 0,5, что ли, такие стаканы? Ну, большие такие вот есть, да. И налил как чай, чтобы не бегать, и все. Да, правда, такого нету, но я бы это хотел бы себе тоже такой. Да, вот такие пироги.